Też. Вернемся в ламповость и уют. Потрясающе просто. Такая напряженная музыка. Так, вспомню, как до этого бара добраться на самом деле. А, приветик. Ну давай. Звучит как подстава.
Ничего, ты такой серьезный. Сейчас будем искать. Может, здесь ноты того челика. Это не очевидно, ну, допустим. Ладно. Очень повезло, что я посмотрел на эти часы. Thank you.
Ага, значит их надо фонариком. Фонариком их надо. Вот, зачем ты это сделал? Я не понимаю. А, все вижу. Thank you.
бедолага. Так, а как тебе попасть? Вот так вот тебе попасть. Так, нет, мне надо назад. Ты уверен, что ты хочешь следовать трекеру? Ты не выглядишь бойцом. Ты не похож на меня. Ой. Чел. Thank you.
Ну давай. Нет! Чё, жесть вообще? Чё за жесть? Jesus Christ. Ух. Не люблю такие моменты в игре. Какой умный котик, это просто с ума сойти. Вот у меня такой кот, я бы, может, и не родился. Опять, да? Не, погоди, там бочка. Вот опять лапу повыли. А, так просто, да? Ну тогда все хорошо, Путин. Стой, куда? А тут тогда что?
есть у меня есть два пути, правильно я понимаю? И куда же мне пойти? Нет. А, это не доп. Окей. Нашел место, чтобы поспать. Окей, я так понимаю, тут просто у нас красиво. Ладно, пойдем дальше. Так, ну и что тут у нас? Я понял. Опасно. Мне сюда нужно. Здравствуйте. Что нам сделать?
То есть сейчас опять от этих щеглов придется бегать, да? Так, я не посмотрел, что здесь. Может быть, здесь есть что-нибудь интересненькое? Нет, тут ничего. Да, я побежал, блин, баран. Ладно, давай еще разочек. Думал, все будет так легко.
как им пользоваться? А, вон там, залезь. Лолиты. А, да, так просто можно было добраться. Господи. А, не, все не так просто. А, нет, все так просто. Wow.
Я не нашел, конечно, листочки. Видимо, это не так-то просто. Ладно, пойдем. Не хочу я что-то там бегать искать. Да, погоди. Тут что есть интереснее? Видимо, нет. У тебя мама. Конечно, смогу, дружище. Ой. Но, наверное, уже в другой раз. На сегодня в компьютер наигрался. Так что, пожалуй, закончу. Спасибо всем, кто заходил. Завтра обязательно постримлю хорошенечко. Не знаю, может быть, если игра не особо долгая, то пройду ее до конца, сколько я в нее уже часа 4 играю. Ну, посмотрим по ситуации. Всем пока.